Инициатива Волгоградского дома научной коллаборации объединила 22 российских вуза. Первым совместным проектом стала тематическая неделя «Научный калейдоскоп», приуроченная к празднованию Дня российской науки. В течение нескольких дней лучшие преподаватели-наставники и молодые исследователи проводят для ребят лекции, мастер-классы, просветительские семинары по самым актуальным научным направлениям. В их числе биотехнологии, компьютерная графика, моделирование и многое другое. Основная задача организованного волгоградскими специалистами консорциума – развитие системы дополнительного образования с учетом значимых трендов научно-технического развития, а также вовлечение молодежи в занятия наукой. Напомним, Волгоградский дом научной коллаборации был создан в 2019 году в рамках национального проекта образования.